и про местные выборы. Напоминаем, что в воскресенье мы будем выбирать депутатов городского, областного и районного совета, а также мэра города. Кто где выбирает? В школе номер 1 будут выбирать словучане, проживающие в Белгородском квартале 7, 9, 10 и в Вильнюсском и Рижских кварталах. Фоке Олимпс будут выбирать словучане, проживающие на улице военных строителей, а также гвардейской дивизии, проезд Каштановый и Киевский квартал 157-118. В школе номер 3 ждут с удовольствием жители Бакинского, Ереванского и Тбилисских кварталов. Дворец детей и молодежи ожидает словучан, проживающих по проспекту Дружбы народов, Белгородский квартал 2-й, 6-е дома, Московский квартал 1-й, 2-е дома и Невский квартал 1-й, 4-е дома. Киноконцертный комплекс будет рад увидеть жителей Белгородского квартала 8, Киевского квартала 6, Московский квартал 7-11, а также жителей Таллинского квартала. В школе номер 4 будут голосовать жители Белгородского квартала дома 11-44, Добрынинский квартал дома 9-15-21-40, улица Майбутнева, улица Студенческая, проулок Студенческий, проезд Молодежный, Невский квартал 5-26 дома и Печерский квартал. В спортивном комплексе «Олимпиец» придут на голосование жители, проживающие в Добрынинском квартале, 3-й, а также 16-й, 18-й дома и жители Черниговского квартала. И «Фоке Грация» проголосуют словучане, которые проживают Добрынинский квартал 1, 4, 7, Московский квартал 4, 5, 13, 59. И специальный избирательный участок для тех, кто лечится в нашей больнице. Напоминаю, что до выборов вы можете посетить избирательные участки, чтобы уточнить, есть ли вы в списках избирателей, а также, возможно, решить какие-то другие вопросы ежедневно с 10 до 19.00. А выборы, я напоминаю, пройдут на этих участках 25 октября с 8.00 до 20.00.